Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У нас сегодня день заброшек. Деревенька, тут прям поле подступает, видите, подсолнечник растет. И есть какие-то сараи, может быть, даже есть дом. Сейчас пойдем смотреть. Так, крапивы. Ну, просто завались. Вон, видите, вон какое-то строение, куда Илюха пошел. А тут завал. Так завал. О, ты нашел трезубец Посейдона. Да. Ну, крутяк. Да. Отличная находка в сельском туалете. А где дом-то? Не пойму. Так, ну вот это? Наверное, это. Слушайте, тут бы как бы в эту яму, яма вот она, кстати, сортирная, как бы в нее не шваркнуться. Или тут даже погреб? Мне кажется, вот это вот строение, это погреб. И здесь где-то под ним яма. Туда лучше не ходить. Так, видимо, сам дом вот здесь. Тут столбы уже развалены. Электропередач нету. Электричество вот доходит. И вот, видите, провод оборванный. Все, здесь цивилизации больше нет. В этом районе. Хотя, сейчас узнаем. Это вот шиферный забор. Так, залезли в кусты. И это просто сарай. Длинный-длинный сарай. Здесь то ли лошади, то ли коровы, то ли еще какая-то живность стояла. Пробраться очень сложно. Да, длинный прям вообще. Смотрите. Что-то я не пойму, а дом у него был у этого сарая или нет? Да, тут прям конюшни. А вот и сам дом, кстати. Тут сеть лежит, смотрите. Да, вот, с грузилами. Вот такая прям сеть-сеть, типа невод. Жил здесь старик, который бросал в невод синее море. Вот, а потом золотую рыбку поймал. И она ему построила дворец. Ну, это как бы хороший вариант развития. События. Че, я думаю, можно прям через пролом в стене зайти. Никто, наверное, не обидится. А что тут ничего на башку не упало? О, мы в доме. 19.01.21. Это, наверное, наши коллеги-мародеры здесь были. 19.01. Что ж, подождите, сюда кто-то в январе приходил. Вот это людям делать нечего было. Такое ощущение, что здесь тоже люх-конюшня была в самом доме. Тут прям, да, завалено. Даже печки не предполагается вообще. Мне кажется, этот дом необитаем, ну, очень долго. Тут, наверное, весь комплекс. И дом, и... Вот это сейчас может рухнуть прям в любую минуту, короче, потолок. Нет, совсем ничего нету. От слова вообще. Тут и крыши-то у дома нету. Вон, видите, в красном углу этот гнездо, вместо икон. Да. Короче, видно, этот дом бросили одним из первых, и соседи, наверное, здесь устроили типа сарая. Из дома. Да, и вот огромные конюшни для нючи туда пошли. Здесь стоял погреб. И там еще, кстати, один сарай в глубине. Погреб завалился. Ой. Бутылки он какой-то, ведро закопано. Или бочка. Опять что-то большое взлетело. Что там? Офигеть! Мы жернова нашли. Очуметь, друзья. Вот это крутая находка. Кстати, да. Вообще крутая. Охренеть. Блин, слушай, ну это как-то надо забирать, мне кажется. Конечно, надо забирать, и что? Вот это круто. Вот это очень круто. Как мы попрем, не знаю. Посмотрите, завал бутылок тоже. Блин, ну, жернова кайфовые.
Жернова, смотрите, с выемкой, все дела. Класс. Так, жернова — это круто, друзья. Может, сейчас вторую половину найдем. Хотя вряд ли тут все обрух. Тут печка стояла, в этом сарайчике стояла печка. Тут, видите, уже вот все поле. Уже подсолнечник. Огороды запаханы. Огороды запаханы давно. Деревни не существует. Ее, кстати, нет на картах. Можете не пытаться даже найти. Нам местные подсказали, где нужно искать.